один, ты один. Понял. А. Yes. Стабилизатор стоит, знаешь, сколько это нет? Пить! Видишь, он снимает стабилизатор. Да. На который держит положение. Занимается техникой. Видишь, что это такой стабилизатор? Вот недавно мы за 7 штук продали. Что себе? Казаки и футбол гуру. Казаки против кого? Футбол гуру. Типа старая команда Дюрслана, ну. А ты же пацан играл в этом. Где, как она там называется? Грифон. Грифон. Уже все? Грифон не играет? Лево пришел, лево пришел. Какой его сзади? Петр, какой сзади его? Ступай, ступай! Все. Без рук. Так, сзади, ступай. Можно без рук. Что ты сейчас положил? Я тебе лайк написал. Шире, шире, иди так, все так смотрят, там группы, такие еще группы была в серии. Да, приятно, что ты видишь вообще просто. Нет, нет, так все просто лайк. О, раз, два, три. Не, ну это круто все тоже. Сразу человек, садись, будет все. О, стреляй, стреляй, стреляй! Не спеши, Вовчик, не спеши! Нет, это абсолютно нормально, мы на правильном пути. Хорошо, когда у нас первый фол, команда Казаки. Оба последние, оба! 37. Ну, в этом...
Руслан, ручку верни. Казаки, второй командный пол. Александр Глоба на 9-й минуте встречи выводит команду «Казаки» вперед 1-0. Команда «Казаки», третий фол. Здорово!
Андрей Жильцов делает счет 2-0 на 11-й минуте. Летят же ребята. Боже, кипяточек ты сделал? Кипяточек я поставил. А нажал? Да. Там остается. Вопрос, когда он отключится. Воу! 2-0, гори, поджимайте, давайте! Спокойнее, ребята, спокойнее! Можно на нас! Воу! Лидера! Воу, дай! Меня спрос. Никита Вантон на 13-й минуте делает счет 2-1. Казаки взять? Тайм-аут, команда Казаки. Сегодня день рождения, нету никого, поэтому перекладину не могу дать. Еще нужен, не сломать. Хорошо. Есть день рождения, у моего воротника. А деду? Деду все поставить? Будет. Точно? Да. У него игра после нас. Хорошо, не знаю. Давай, давай. Кто-то!
Слышишь? Может, кто-то в мак отправил? Вика, Вик, может, в мак кого-то отправить? Не хотите? Русин будет где? Да. Спасибо за сюда! Как ты видел, Дима? Нормально, Виктор, да. Вы уже приехали, я так понял, в Дрим? В Дрим, да. И... А что вы называете баннеры с этого солиписта? Это будет сдирать уже новый этот. По аренду взял. Там особо как бы не баннер, а вывеска. Я пока запустился в тестовом режиме. Тип-тип? Да, раз. Ну пока тестовый, Дима, еще доделаем. То есть еще будут цвета, там по шрифтам добавлялся. На ком поделал? Пока еще на плане. На 30, а что там? Это там такой маленький офис. Мне надо просто адрес было подвязать, понял? Мне нужен офис. Я сейчас Коль, ничем не помню. Тоже ищите, да? Даже говорят на Рогнединской. Ты понял? Пересечение от Льва до Республиканской. Я полажу потом. Ну, это еще делается, Толь, это уже еще надо, ну, ты понял. Ну, просто что-то не могут твои товары брать, знаешь, если... Все в тесте, пока еще. Ну вот смотри, я тебе сейчас покажу нашу переписку сегодня, буквально одну. Под каким углом она? Один момент, то есть... Вот сегодня. Вот мы с ним обговаривали, вот это он должен сделать. Там сразу цена, смотри. Я констатирую факты, я не комментирую. То есть это при том, что я уже как бы заплатил за... Это доработки. Они потянули за... Слушай, это немного. Это доработки. Слушай, я заплатил. Обошелся. Больше 70. Это все относится. Да, Толь. Ну все, да, давай, играй, удачи вам. Нет, это же Русин приедет. Кто там? Держи его сзади, стой здесь, ко мне. Он сейчас ему отдаст и все. Блин, может Русина набрать, да? Да что ты переживаешь? Нет, хочу, чтобы он просто попал. Еще! Один! Хорош! Четвертый фол, команда «Казаки». Ребят, Саша, когда ты играешь, когда Русин приедет? У меня уже два. А, ну то есть он скоро уже, я так думаю, должен быть. Пошла последняя минута первого тайма. Да, хорошо.
закипел.